Москва прошел. Наконец-то. Первом джиме финальная была срань полная. Не-не-не. В первом джиме не такой упор. Ну, упор, это концовка моя любимая. Найт Ниппон, который. Да. Не хочешь как-нибудь поиграть? А чем он хуже обычного? Он не хуже, он может же такой прикольный. Же. Там, во-первых, ну как заменены спрайты, плюс поменены местами предметы. И что это, вот что ты мне звонишь? Некоторые другие уровни используются. Ага. Вроде как, если ты его проходишь, то там дальше идут уровни из Lost Wars. А-а-а. Надо будет попробовать поиграть. Ну он такой, он реально веселый. Ну, посмотрите, я человек просто думал, айфонов, что он точно такой. Судя по всему. Класс, спасибо. Ну ладно, чё, он экзон пробовать пройти? У нас уж такая пьянка. Ща меня это упозорю. Да я чё, знаешь, когда я последний раз походил? Я сейчас там сам собьюсь, наверное. Так, я правильно адрес указал? Да, правильно. Не, потому тот с Double Dragon я хочу с Гитманом, короче, поиграть. Да, около стены боковая крышка системника. А где вы ее увидели вообще? Там он. А-а-а! Глазастые какие. Сильвер, ешь отлично стримили. Не, можем Сильвера пустить. А-а-а, блин, надо? Может Сильвера пустить паутировать в ту игру, которую я хотел на Мэлстоун. Этот био. Ну, надо паутировать, там 5-10 минут всего, а потом все равно придется что-то... Лена, там тебе Гитман домогается. Чё, я ему отвечаю. Пишешь, что берёшь телефон. Да в смысле, я тебе отвечаю, Гитман! А, нет. Не кидай. Ну, просто сначала позвонил, а я пытаюсь перезвонить. Он недоступен. Ну, короче, что за дела? Гитман сам же аутист. Да. А, вообще-то да, они там соединены, все в одной. Сейчас, чуваки, я в Телеграме отпишу. Ты Гиту отвечаешь? Нет, не Стива Джобс. Бро, я прошел червя с первого раза? Да, прошел. Комикзона была сегодня. Го новую игру, Tiny Toon 2. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Майкла Джексона? Не. Секундочку. Какую лапшу хочешь? Я собу хочу есть. Соба гречневая. Сейчас. Мимо тебя спрашивают. А у меня, там есть лапша? Да. Мне тебя с моими продуктами. Фунчозу. С моими продуктами фунчозу. А не подскажете, к овощам вок, который лапша идет? Нет, не идет.
Может, мне тоже лапшу с овощами? А можно тогда... Геркулес НПС 1? Так, сейчас, секундочку. А есть соба с овощами? А, скажите, а нет никаких... Брой ушел утром, но сейчас он уже идет обратно. Надо Star Heroes. Да, ну я не играл в Геркулес. Ну это понятно. Винни-Пуха на PS1. Скажите, а у вас какая-нибудь лапша с овощами есть? Можно как-нибудь заказать? Да, да, хорошо. А можете да, как-нибудь лапшу с овощами? Вечную лапшу. Ага. Давай паролим чутка. Чтобы опять дроп по названию был. Да, да, можно какую-нибудь попросить? А, Терияки. Краш лучше, чем Геркулес? Ну, вот это, кстати, да. Угу. Да, 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 онлайн было. Что-то. Блин, чуваки, я, короче, знаю одну хорошую игру свою. Игру детства, между прочим. Свою игру детства. Я уверен, многие ее тоже знают, но и вот я что-то вот сейчас листал список и про нее вспомнил, потому что я думаю, что вряд ли она выпадет, и почему-то я ее очень мало у кого вижу. Да, поэтому можно я нахально ее возьму, постримлю сейчас. Она недолгая. Как раз потом успеет прийти Бровян. Ну вы поняли. Сашка встал, говорит, мы за час не успеем. Ну, хорошо, хоть честно признаюсь. Кирилл как фунтроту? Примерно в течение 2 часов. Ну, вообще, да. Еще одна причина, почему нужно отсюда переезжать. Ой, да ладно. У нас, в принципе, так же, если мы заказом отходим из города, они тоже часа 2 везут. А вы не в самом Питере, получается? Не, у нас, как понимаешь, идет Санкт-Петербург, дальше идет Ленобласть, а дальше идет Красное Село, которое как бы Санкт-Петербург. А, понятно. Город-спутник, короче. И у нас да, таких да, городов-спутников да. достаточно много, в принципе. Но Красное Село, я бы сказала, вот, допустим, с точки зрения транспортной доступности, лучше всего. Потому что у нас там можно вплоть до часу ночи на общественном транспорте уехать, если есть такая необходимость. Короче, это вот эта игра. Тебе с яичка поливак выпал? Прикольно. Хорошо. Чё? А чё за игра? Among Go. Где? Я у него спрашиваю. Я так понял. А, ну Xbox. Поливак выпал. Powerplay. Ну, игра про мужика с бумерангом. О, фига себе. Игла, штучка. Во, смотрите как, да. Спасибо, Талахаши, за 100 рублей. Нюк, меня кто-то случайно забанил на 600 тысяч секунд. Разбань, если так не сложно, капа. Так это ж ты был. Капа. Это Нюк был. Yeah. Вообще-то, Талахаш, это я тебя забанил, но я тебя, конечно, разбаню сейчас, но, чувак. По тонкому льду ходишь. Ходишь по тонкому льду, Бровян, наверное, пришел. А, мы с Бровяном уже еще не знакомы? Официально. Ну да. Скажу так, не представлены тут. Бай. Я думаю, совершенно он догадался. Он я так, на всякий случай. Он вроде как стрим смотрел. Да, я. Как Брайан, кстати, пришел, дождь кончился. Ой, когда я вышел, 70 на полотенце.
сейчас? Не, просто там алхаши, ты учти, потом тебя донаты не спасут от разбана. Чего так проявился? От разбана. Ой, ну в смысле от бана. Бана. Да я уже не помню что. Я беру, он весь стрим-марафон меня доставал. И Леру доставал. Ты совершенно ёжик-чан. Вот и брага. Я себе намашнил игру брага. А как ты относишься к кастовани? Какой? Bloodlines. Я что больше. Понятное дело, только начал. Это я сейчас пазну. У меня вот тут уже почти соединилось. Тут чуть-чуть надо. Вот это работа не хорошо. А ты видишь на карте? Ой, на карте. Понятно. Не, нет, больше нет, колес слышу стока, нет, это не. Вот это вот сочинение на нас. Вот. А это вот здесь вот. Не, ну это оно что-то тяжело же найти. Брайан, ты вылечился от синдрома СС? Нет. В одной дрючке. Погоди-ка, а вот смотри. Это синдром СС. Не, не. Ну, блин, мистер Пукс. Мистер Пукс просит про Телеграм. Что? Вот это надо вот сюда, куда-то. Угу. Ну, вот раз, сердечко, вот. Барри. А что передавать, я и так вижу. А что там передать? Ой, там еще. Блин, что? Я себе искал, мы просто написал, что сегодня дохера, ну, так много, блядь, понажал. Молодец. Ну, там, типа, мистер Бокс спрашивает, Саня просто дает ваш номер. Но я сказал, пусть мой дает. Я просто не против Сани Скама, но, блин, нас просто сегодня очень много получается. А кто сегодня еще будет? Ну, вот гид, кот и это, и Карина. Жесть. Не знаю, вот первый Power Blade это полное фуфло, а вторая норм. Я не сказал, что она сильно медленная, ну так. Гид в автобусе. Гид в автобусе? Ну да, значит, совсем. Ой, не буду говорить, на каком-то понял. А. Я не сердце. А он тоже до сих пор, да? Или он дальше по... Кто? Приезжает? Какой? Ну тут который... ну, он, да, он подъезжает прям к дому, потом вот так отъезжает, блин, потом я начал заново, что ли? Ну, блин, я аутист, можно я... Ну, да. Оп, блин, два рядом лежали. А что ты сделал? Я там умер тупо. И начал заново, и думаю, какого хера я начал заново с одной жизнью. Вот. Этим я не знаю, что-то не могу уже на эти сочетания теперь, да. Ну что, я уже не вижу просто, я просто тупо на нее смотрю. Надеялся на Карину стримершу? Понятно, значит, может тебя забанить. Добрый какой! Ну мы до хера собрали. Буду перебирать больше работы. О! Спасите, помогите, можно. Бля, а ты поднимаешь? Ну, скажи, куда идти. Зачем нам нужен зритель стример Шикарин? А, вот это? Да, вот это.